И всем привет, дорогие друзья, с вами Лаймстоун, и мы продолжаем играть в Майнкрафт версию 1.7.2 на сборке модов «Время похождений». Да-да, именно так. И сегодня я решил, что пора. Настало время отправиться туда. Да, именно туда, в сумеречный лес. Да, все. Поэтому мы сейчас быстренько набираем воду и расставляем цветы для того, чтобы отправиться в сумеречный лес. Тому, что я отправляюсь в сумеречный лес, есть всего две причины. Первая — это то, что я действительно очень долго обещал, что туда пойду я. И вторая причина заключается в том, что пока что с модом Витчери, ну, стоит с ним сделать перерыв, потому что пока что я не знаю, что нам дальше делать с ним. Пока что я буду придумывать, что будем мы в нем изучать, потому что в этот раз уже все механизмы точно закончились. Ну, не считая еще парочки, там есть пара вспомогательных, но они особо не несут в себе ничего важного. Вот, поэтому мы кидаем алмаз, и начинается кошмар. Хватит гореть, остановись. Стой, 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 стой. Все, понятно. Так, ну и в общем-то у нас готов офигительный портал. Он не мешает этому порталу, не мешает месту для ритуалов. Я специально выбирал такое шикарное место, и мы отправляемся в сумеречный лес. Отправляемся. Ура. Так, ну и в общем-то, посмотрим, где мы очутились. Мы где-то в непонятном месте. Да, надо сразу поставить около портала точку. Назовем ее портал. Да, не будем долго думать. Поставим какой-нибудь модный цвет, например, синий. И все у нас будет. Готово. Все, у нас есть точка, и здесь я вижу, что-то уж больно много мобов скопилось. Кстати, тут есть олень. О, точно, с ней же выпадает кожа. Я и совсем забыл. Это значит, мне больше не нужна ферма коров? Офигеть! Народ, вы представляете, как долго мне предстояло, ну, приходилось стоять около коров, чтобы там прогружались чанки, они, не знаю, размножались, у них было все хорошо, и чтобы они давали мне шерсть. То есть, то, что вот мне сейчас повезло, это вот действительно очень круто, что с оленей можно выбить шерсть и еще какое-то мясо. Это действительно очень круто. И, судя по всему, там у нас находится данж. Причем один из самых опасных данжей во всем сумеречном лесу. Потому что количество мобов на квадратный сантиметр в этом данже будет просто зашкаливать. Да. Но мы все-таки отправимся туда. Попробуем хитро поступить. Аккуратненько там. Соблюдая все меры предосторожности. Попробуем добраться до того самого места. Лишь бы только попасть, потому что сверху я не хочу десантироваться, потому что я боюсь, что я там просто упаду, и все будет очень и очень печально. А здесь я смогу аккуратно пробраться. Так, я уже где-то здесь. Ну-ка. Они ниже меня, выше меня, что-то я пока не понимаю. Копаю, копаю, и ничего, не могу добиться ничего. А, стоп, тут уже земля. Так, а, блоки, мне блоки. Давайте вот, булыжничек. Так, подпрыгиваем, все, вперед. А, слезь с меня. Так, еще земля. Она повсюду. Но я уже где-то, блин, в непонятном месте. Ну и что, где, как? Как определить, где я нахожусь? Давайте наверх пока что попробуем. Где-то я должен вылезти, потому что, ну блин, это будет просто странно, если я нигде не вылезу. Кстати, я только сейчас понял, вы, наверное, нифига не видите. Извините. Сильно извиняюсь. Да, вот прям... Прям я затупил сейчас, да. Мне-то все, может быть... Видно и неплохо из-за того, что у меня яркость на максимальную, а вам, наверное, вообще нифига не было видно, и это было все сейчас очень грустно. А вот, кстати, первый предмет из мода «Сумеречный лес» — это у нас «Ливер Рут». Ну, то есть это у нас корни такие зеленые, с помощью которых можно крафтить неплохую броню. Так, тут у нас уже железо пошло, неплохо. Соберем его. Тут его будет наверняка не так много, как с модом «Orspawn Generation» в обычном мире, но все равно... Тут будут ресурсы, их будет немалое количество, их надо пособирать. В общем-то, я пришел сюда только из-за них, ну и из-за сундуков офигительных, которые есть в этом данже. Что-то я никак не могу до него добраться. Ну-ка, давай, 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 давай. Вылезать надо уже, вылезать, опять темно, наверное, вам. Так, все, продвигаемся в эту сторону. Будем пока что копаться, народ. Я не знаю, я не хочу сверху, потому что сверху тоже может ничего не получиться, и все будет очень грустно. Хотя я понимаю, что такие копания тоже вряд ли приведут к чему-нибудь хорошему, потому что вот уже мобы исчезают с карты, и все печально, печально. Так, ну-ка. Ну-ка. Наверняка они ниже меня сейчас. Ну-ка. Давай, 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 давай. Мы должны пробраться туда. Вот, железо. Все, А, вот, все, мы были как раз сверху. Так, здесь надо быть очень аккуратным, поставить факел, чтобы вы все видели.
Так, давайте вот сюда, прямо на уголь. И будем постепенно собирать ресурсы. Там у нас куча врагов, куча спавнеров. Аж страшно об этом думать. И надо постепенно собирать ресурсы и выбираться отсюда потом. Так, железо вот как раз мне нужно. Так что с ним надо быть предельно аккуратным. Вот так вот. И вот здесь вот мы поставим, чтобы ничего не упало. Все, шикарно. Набираем опыт, набираем железо. Все нам нужно, все нам пригодится. Вот. Ох, стоп. Давай, давай. Ай, железо упало, нет. Ладно, соберем это. Так, хорошо, главное отсюда не упасть. Это будет вообще очень большой фейл, и все будет тогда печально. Все. Так, соберем еще железка. И, наверное, сейчас, как только я соберу наиболее важные и ценные для меня ресурсы, мы спустимся вниз и не будем вступать в основном в драки с мобами, потому что это просто бесполезно. Их там миллионы, всех не убьешь, даже половину не убьешь. Поэтому просто попробуем как-то аккуратненько взять необходимые нам вещи из сундуков, и все. Так, ну можно будет подраться, ладно, так уж и быть. Я прям-таки разрешаю, да. Так, ну-ка, золото, золото. Хотя зачем мне золото? Вот чего мне точно не нужно, так это золото, потому что его просто миллионы, от него аж в глазах рябит. Ну ладно, все равно соберу немного. Его тут все равно так чуть-чуть побалуемся золотишком. Так, и вот сюда. Ух ты, призрак. Тихо-тихо, брат, спокойно. Но они вроде не особо опасные, они вроде сразу не атакуют. Но я надеюсь, по крайней мере. И железо, иди ко мне. Вот железо мне нужно, железо я хочу собрать. Ах, все падает, падает. Так, ладно, думаю, сколько я там уже насобирал. Сейчас посмотрим. Иди ко мне, кусочек. Так, и железо у нас 27 штук. В принципе, неплохо. Конечно, это достаточно мало, увы. Но, думаю, пора спускаться. Так, значит, куда бы мне лучше всего попасть? Так, давайте посмотрим, значит, сюда блок. Сюда еще один блок. Опа. Так, вот, вижу сундук. Давай, блок еще. Ставим факел. Давай, ставься. Ставься куда-нибудь. Вот, отлично. Так, ну, тут я не достану просто. Давай куда-нибудь. Вот так вот. Все, шикарно, шикарно. Так, там уже бегают эти всякие пигмеи, так что надо как-то быть с ними поосторожней. Ух ты, призрак, мать его! Все, меня сейчас просто убьют тут. Ой, все, все, народ, я здесь умру сейчас. О, боже! О, господи! Нет, 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 надо застроиться, застроиться блоками. Блоками застроиться, застроиться. Да. С одной стороны, кажется, чего мне бояться? У меня крутая броня, но вы просто посмотрите на карту, народ. Просто посмотрите, сколько там мобов, и все, сразу поймете, что не так, зачем сюда спрятался и что происходит с этим миром. Так, куда мне лучше всего идти? Ну-ка. Так. Ну, безопасным я тут ничего не могу назвать, потому что везде опасность! Идите, вон, фу. Ну вас нафиг, отравили меня. Сволочи, кстати, почему я могу есть это второй раз? Вроде не должно так происходить. Так, сверху я тоже не хочу ничего рыть. Давайте копать под себя. Вот, шикарный план. Копать под себя. А, какого... Какого... Как вы... А, блин, ну конечно. Точно. Так, вы опять нифига не видите, наверное. Да и я тоже. Так, поэтому мы сейчас хитро поступим. Подкопаемся под ними. Подкопаемся. Так. Сейчас мы будем бить им по ногам. Давай, выходи по одному. Давай, пошел ко мне, иди сюда. О, крипер, крипер. Тихо-тихо, брат. Спокойно, спокойно, не напрягайся. Дружище, давай не будем спешить с выводами. Давай. Давай, подходи. Давай, нападай. Ну, где вы там? Выходи по одному, вперед. Так, ладно, давайте поедим и попробуем пробираться к сундукам постепенно. Так, закрылись. И пошли дальше. Ну, кто здесь? Никого вроде, да? Так, сейчас вылазка, вылазка будет. Так, приготовились. Сейчас пойдут. Пойдут, вот они, мобы-то. Вот они пошли, поперли. Так. Все, вперед, 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 вперед. А? Отступаем, отступаем. Крипер, крипер. Скелет. Вот эта ересь, которая стреляет гадостью. Скелета надо убить, скелета убить. Убить скелета. Главное, пауки вот эти вот. Они вообще сволочи, они толкают в разные места меня. Взрывайся, взрывайся, убивай всех. Всех убей. Парень, убей всех. Нет, только не этот. Он вообще какой-то дурной. Так, так, отступать, отступать, отступать! Застраиваться опять! Застраивайся, 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 застраивайся! Фу, снова победа, снова победа. Так, надо опять есть. Видите, народ, что происходит с этим миром? Просто офигенная броня, и меня в ней карают как не знаю кого.
Все потому, что они количеством берут, сволочи. Да. Это вам не просто так. Так, давайте вверх. И смотрим, что у нас тут есть. Вот. Вот. Так-то мне уже больше нравится. Давай, пошел. Ух ты. Да ё-моё. Они меня достают еще. Причем. Очень хорошо. У меня, кстати, нет стрел. Так, посмотрим, давайте, где тут сундуки у нас. Сундуки. Мне нужны в основном они. Во. Вот они, пауки. Идите сюда, красавцы, вперед. Нет, не пойдете, ну и фиг с вами. Проберемся потихоньку. Так, лазурит мне пока не нужен, но он может пригодиться для некоторых крафтов, поэтому давайте возьмем немножко, прям совсем чуть-чуть. Ну что, дружок, иди ко мне. Нет, не пойдешь, паучок. Так, медленно сейчас проберемся. Да ё-моё, все, все, смерть, слив, просто капец. Блин, нельзя здесь ходить, здесь нельзя ходить, здесь зло обитает, оно повсюду. Оно просто везде, и бегают они быстрее меня, и стреляют какой-то гадостью. Не, нет, 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 все, ну нафиг, застраиваться, 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 застраиваться. Все, нормально, нормально. Так, теперь еще еда кончается, блин, все плохо. Увы, сейчас все плохо. Так, где? Блин, вообще еда кончилась. Ну, я взял железо, взял золотую руду, но, блин, хочу взять хотя бы один сундук. Но я не буду хилиться. Ну, давайте сделаем вот так. Съедим паучий глаз. Меня сейчас начнет фигачить, но, надеюсь, я потом отхилюсь хотя бы. Да? Пожалуйста. Вот, все, пошла хилка. Эти орут, орут. Так, сейчас посмотрим, как у нас тут обстоят дела. Ох ты, господи, я убил его гравием. Надо же, бывает и такое. Так. Давайте, выходите. Слайм Битл, вперед, пошел. Да вы... Ах ты, боже мой, задолбали просто отравлять меня. Каждые полсекунды меня кто-нибудь отравляет. И я еще и сам себя отравляю к тому же. Вот это жизнь. Вот это... Они еще повсюду, кстати. Так. Копаем под себя снова. Дубль 2. Так, я хочу найти сундук. Факелы кончились. Нет, не кончились. Народ снова... Смотрим, наверное, это будет темная серия, все будет темно, нифига не видно для вас. Ну, а может и нормально. Нет, 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 нет. Все, ну вас нафиг. Так, пробираемся еще разок. Смотрим, если нет сундуков, пожалуй, сваливаем отсюда. Так, пошел вон. Пошел вон. Так. О, тут хорошо. В определенной мере. Че ты прыгаешь? Пошел отсюда. Идите нафиг. Тут много спавнеров, поэтому тут без тяжелой артиллерии не справиться. Неплохо бы было прийти сюда с динамитом. Вот это было бы круто. Так, тут чувак с мечом из мода. Еще один чувак с мечом. Да, ё-моё. А, это стреляющий урод. Ну-ка, давай, подходи, подходи. О, отлично, можно с них фармить вот эти сгустки слизи. Так, я смотрю, где у меня сундук какой-нибудь. Сундука нет. Так, сейчас сделаем таким образом. Сейчас мы хитрим, хитрим потихоньку. Да. Ух ты, ё-моё! Кто ж знал, что он так может? О боже. Вау. Вау. Нафигеть, вот вам и криперы не нужны. Есть вот эти чуваки. Давай, давай, нападайте, вас тут немного. Теперь я с вами справлюсь. Чё вас тут? Еще какие-то пришли тут. Не знаю, кто это вообще, слоники какие-то. Давай, давай, подходи, кобальт. Блин, хватит меня бить, хватит бить. Да деритесь со мной, давайте. Так, призраки какие-то. Тут вообще не могут подобраться ко мне, братишки. Так, сейчас, сейчас, бежим, бежим, бежим. Кобальт, кобальт. Так, 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 назад, 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 назад. А, хитрость. Опачки, все, телепортируемся к порталу. Вот и все. Так, к сожалению, до сундуков я так и не добрался. Давайте-ка домой, пока меня не убило. Да, до сундуков я не добрался. Хотя данж был действительно неплохой. Да зачем ты туда пошел? Вернись обратно в дом. Все, красавчик. Так, замечательно, давайте вернемся на хоум, и я уже начинаю просто быть в шоке от того, как у меня тратится еда. Это пипец. Это пипец. Так, значит, поставим золото переплавляться. Железо я с собой взял, точно, железо сюда, половинку, и сюда. Так, хорошо. Камень можно будет, в принципе, продать, но не сейчас. Сейчас не хочу этим заниматься. Хотя можно, в принципе, продать немножко камня, получить деньги. Но, блин, зачем они мне? Всю еду, которую я нахожу, я просто, не знаю, забираю у различных народов. Так что, какой смысл? Смысла в этом особого я не вижу. Но зато у меня пока переплавляет, все нормально.
Так, разберемся с вещами. С вещами. Так, куча мусора. Мусор обычно мы кладем вот сюда, где написано слово «еда». Так, кожа. Где у меня лежит кожа? Для нее должно быть отдельное место. Она не должна лежать фиг знает где. Но, походу, она лежит фиг знает где. А, вот она, кожа. Так, теперь уголь. А, вот эта фигня. Пусть пока... Ну, не знаю. Давайте положим ее вот сюда наверх. Золотой самородок. Ну, не знаю. Давайте как, пока как-то все раскидаем по сундукам. По сундукам. Так, и ведро. Ну, ведро тоже, я думаю, можно сюда, чтобы я не искал ведра тоже. Так, и что еще? Мотыга. Мотыга со мной, это со мной. Кости. Кости я бы тоже не отказался положить в одно место, например, вот сюда. Все, шикарно. Что у нас происходит? Золото переплавилось, железо переплавилось. Еще железо. Куча камня плавится. Так, хорошо. Все, кладем по разным местам. Это сюда, и все. Вот этот кусочек вот сюда. Так, вернемся, пожалуй, в сумеречный лес и пойдем еще поищем различных животных. Посмотрим данжи. Но для начала мы телепортируемся в одно место. Вот сюда. И облутаем одну нацию. Если меня сейчас не убьет неожиданно какое-нибудь злобное существо, то тогда действительно все будет хорошо. Так, ну-ка. Пробираемся на поля. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Мы собираем маис. Ура. Хотя у меня вроде выросли и так поля, я бы мог собрать все сам для себя, приготовить, ну и все дела, но я не подумал об этом, да. Так, стоп, а почему у меня waypoint портал здесь находится? Он не должен находиться в этом мире, я что-то не понимаю в этой вселенной, но да ладно. Очень все странно, действительно, да. Но пока не будем обсуждать эту тему, просто съедим вот эту вот пищу, и все будет замечательно. Так, лазурит, кстати, тоже стоит положить. Он у меня где-то здесь, он понадобится нам в каких-то крафтах. Вот, мел потустороннего мира. Кстати, у меня жемчуг эндера. Я знаю, как можно получить больше жемчуга эндера, чем он есть, но об этом мы, пожалуй, поговорим в следующей серии. Если я, конечно, не забуду или не найдутся дела поважнее. Хотя вряд ли. Так, значит, отправляемся в сумеречный лес. Хотя нет, погодите, надо отхилиться. Неплохо было бы в аду все-таки найти бородавки и начать делать себе зелья. Например, какие-нибудь там отхиль... Пипец, блин. Да что не так? Куда я вообще телепортируюсь там? Слушайте, ребят, мне это уже не смешно, реально. Так, делаем, значит, сейчас таким образом. Мы спим. Сейчас сгорают все мобы к чертям. И мы уже тогда пойдем разбираться с порталами, что не так, куда я опять попал в какой-то странный темный мир. Так, ну-ка. Сейчас меня не кинет в попу негра. Ну-ка. Нет, я именно здесь. Я именно в попе. Так, стой. Тихо. Спокойно. Хоум. Так, дойдем пешком. Ну, я не знаю, что больше делать. Yes. Yes, нормально. Блин, куда меня кидает? Что не так? Зачем? Почему? Что за фигня? Что происходит с этим миром? Я не понимаю. Так, поэтому сейчас мы делаем вот так. Маркеры. Так, портал я удаляю к чертовой матери и делаю новый маркер под названием портал. Портал. Вот. И делаю его примерно такого же цвета. Вот, готово. Все, портал. Замечательно. Так, а это я вот не понимаю, откуда, зачем. Так, есть у меня портал? Вот, есть портал. Сейчас мы попробуем. Вот, шикарно. Теперь все работает. Замечательно. Идем обратно в сумеречный лес, и мне нужно найти в нем ворону. Ворону нужно в нем найти для того, чтобы скрафтить карту. Так, мобы. Пока что я вижу одного скелета где-то на карте. Ого. Ого, нифига себе, что-то я нашел на карте такое интересное. Ну-ка, давайте сходим туда. Так, так. О, господи! О, боже! Кинг Спайдера на нем друид. О, господи Иисусе! Боже! Господи, он стреляет! Умри, умри, друид и скелет Ой, паук. Боже, пипец. Офигеть! Нифига себе, откуда вы вообще взялись? О, с него выпала вот эта штука, она полезная. О, боже, нет, нет, не-не-не-не-не-не. В воде пауки вообще безобидны практически, народ. Так что это неплохая идея в воде их бить. Ау. Ай, он еще и отравил. Вот гад. Так, отступаем. Так, мобов рядом нет, в принципе, надо поесть. Блин, когда у меня успевает сытость тратиться? Я не понимаю. Я играю на нормале, наверное. Настройки, нормальная сложность. Ну, блин, пипец, у меня тратится сытость. Это вообще офигеть просто. Откуда здесь столько земли? Кто до меня забирался наверх? Не понимаю, ладно. Ладно, значит так, нужно углубиться в лес.
какой-нибудь вон тот лес, и тогда мы там уже найдем ворону, думаю, все будет шикарно. Она нам нужна для того, чтобы сделать карту, то есть воронье перо необходимо, чтобы карту сделать. Ну, с помощью которой можно будет ориентироваться по местности сумеречного леса, да. Белки, белки, это так мило. Так, ну они, кстати, не отображаются на карте, много мобов почему-то на карте не отображаются. Это действительно очень странно, ну что с этим я могу поделать. Такая карта, кстати, она одна из самых лучших вообще, в принципе. Так что я не знаю, почему так происходит. Может, у меня просто версия карты не такая. Нужна другая какая-то, чтобы работала получше. Но я нашел только такую на версию 1.7.2. То есть других на версию 1.7.2 я пока не знаю, не видел. Кстати, давайте попробуем убить вот эту птичку. Может, с нее выпадет что? Мне, конечно, жалко, она так хорошо поет, но нет, с нее падают перья. Кстати, проблема с перьями тоже решается за счет сумеречного леса, как я понял. И с грибочками. М-м-м. Но грибочков у меня достаточное количество, так что, господи, капец, там опять тусовка какая-то мобов. Видимо, тут просто шахта. Но опять же, думаю, в шахтах в сумеречном лесу делать нечего, потому что, ну, у меня есть обычный мир, где у меня установлен Motors Power Generation. Так что все будет нормально. А сюда я пришел за специфичными ресурсами, то есть различными, не знаю, там, штуками из модов. Кстати, вот летучие мыши мне тоже нужны, но они тоже как-то не отображаются на карте. А ведь они полезны для меня, потому что мне нужно это для мода Витчери. Но сейчас почему-то... А, вот еще одна. Надо их находить почаще. Так, мышка. Из них должно выпадать, по идее, что-то. Что-то важное, ценное и все дела. Так, отправляемся, пока я не могу найти ворону. Ну, давайте просто пробежимся. Может, я найду данж, если буду хорошо смотреть по сторонам или на карту. Так, давайте-ка попробуем. Как тут уменьшать, увеличивать? Масштаб офиг... Опачки! Да, карта мне подсказала, где что искать. Значит, возвращаемся к игре X. Если я пробегу примерно вот в эту сторону, то смогу найти кое-что очень полезное, да. Кстати, давайте собирать вот этих светлячков. Они очень веселые. Они осветительные и классные. Да. Опять у меня быстро тратится сытость. Блин, ну, может, она тратится и с нормальной скоростью, но я просто не привык, что она тратится... так быстро. Ах, не могу объяснить. Все. Я слился в объяснении. Так, кажется, это замок Лича. Есть такая у меня теория, безумная совершенно, что это замок Лича. Ой, скелеты. О, зомби, привет. Здорово. Как вы поживаете? А, как ваша жена? Она в порядке, да? Она скелет, да? Ну, я вам сочувствую, да, простите. Так, ну-ка, что у нас тут? Тихо. О, господи, пауки, пауки, пауки. Они просто разбились. Боже мой, как все странно. Ладно. Так, вообще мне сюда идти пока что не стоит. Ну, с личом я имею в виду биться. В принципе, можно было бы. Я думаю, сегодня пойду как раз и замочу лича. Но до этого надо сходить... Господи, что это было? Так, короче, народ, произошла какая-то странная магия. Я поднялся наверх, вон туда. А потом меня начали атаковать книжки летающие. И у меня вылетел Майнкрафт. Итак, я снова вернулся, у меня опять вылетел Майнкрафт, поэтому туда мы не пойдем, народ. Там какое-то проклятое место, мне оно не надо, да, мне совсем не нужно, чтобы ходили тут какие-то, блин, лаги у меня, вылетала игра. Нет, мне оно нафиг не нужно, давайте просто соберем картины, повесим их у себя в доме, потому что это красиво, это импрессионизм, это еще что-то. Да, и, пожалуй, вот сходим наверх и подеремся с личем, потому что мы красавчики, потому что мы можем. Так, идите отсюда, паучки. Ну что вы хотите от меня? Я не дам вам денег, серьезно. Так, зомби, тебе я тоже денег не дам. Правда. Вот я хотел бы, но понимаешь, ты мне не нравишься, да. Так, пошел вон скелет. Так, главное, чтобы тут дырок не было в полу. Сейчас я достану волшебный факел, который позволит вам видеть, что происходит. Да и мне заодно. Ух ты, какие мы дерзкие. Ух ты, какие мы дерзкие. Ну-ка, вперед. Давайте, пошли, пошли, поговорим, побеседуем с вами. Так, ломаем спавнер. Хорошо, замечательно. Так, где у нас кто? Блин, пожалуйста, дайте блок. Вообще, главное в Майнкрафте это что? Правильно, народ, главное это блоки. Блоки это всегда имба. Почему? Да потому что они позволяют оградиться от всяких... Не знаю, таких вот петухов, которые лезут. Ведьма! Ведьма, иди скорее сюда. Дай мне глоустоун. Спасибо. Вообще шикарно. Так, давайте оградимся где-то вот с этой стороны. Вот таким вот образом. И тут уже не пройдут. Угу. Все шикарно. О, господи, крипер! О, летающая фигня! Нет, он взорвал мост! Что? Так, народ, короче, у меня в третий раз вылетает игра. И я понимаю, что мне, походу, дальше идти просто не надо. Вот, я не знаю... Мне кажется, все книги мира, все богатства, картины, алмазы, золото не стоят этого бреда. Серьезно. Поэтому мы сейчас немножко отойдем
Съедим картошечку. Возьмем, не знаю, еды, которой у меня снова нет. Будем жарить гнилую плоть, в общем, все как обычно. И попробуем забраться туда с помощью блоков, потому что я не знаю. Дальше нас не пускает магия. Чисто магия вылета игры в никуда. Да. Так что сейчас как-то соберем немного блоков. Блин, а я-то думаю, что так долго разрушается? А вот оно что, чешуйница, блин. Так, носатый, вон отсюда. Так, нормально, сейчас мы выберемся наружу. Да, наружу, пусти меня. Так, замечательно, теперь наверх. Постепенно, так, до леча доберемся, убьем его, и все будет шикарно. Ну, я надеюсь. Так, значит, блок. Давай. Блок под себе. А, полублоки. Да что у вас? Так, а, стоп, у меня же есть хитрая плита. Ну, конечно же, это хитрая плита. Как же без нее? И наверх еще разок. Замшелые каменные кирпичи. Вот эти кирпичи. Зомби, прости, но ты сегодня, пожалуй, не будешь со мной драться, понятно, да? Все, замечательно. Я рад, что ты все понял, мы все выяснили. Так что я продолжаю идти наверх. Тут опять меня ждут, только не столкни. Так, народ, короче, игра вылетела в четвертый раз. И тут я уже понимаю. Так, ну и в общем-то, народ, не дав мне договорить, меня выкинуло в пятый раз. А потом меня убила об стену какая-то магия, когда я пытался телепортироваться на нужный мне вейпоинт. В общем-то, это действительно полный бред. Происходит какая-то фигня, а посему мы быстренько сваливаем отсюда. Очень быстро и очень сваливаем. Значит так, это сюда. Я потерял, кстати, опыт, за что перестаю любить эту сборку. Зачем ты это сделала? Латэсдев, господи, какой ужас. Маркеры, портал. Нет, вот опять! Черт! Я упал! Но как? Какого черта портал? Как... Что за фигня? Так, спокойно, спокойно, спокойно. А, так... Вы... Так, что за фигня здесь происходит? Вы что, люди? Что? Качи... Ах-ах-ах. Что я сказал? Почему? Что происходит с этим миром? Зачем я... Почему? Как... Сумеречный лес. Его. Так, все, в общем-то, народ, валим отсюда из этого странного измерения. Блин, мне всегда нравился сумеречный лес за то, что он такой классный, и с ним все хорошо. Но сейчас происходит с ним полнейшая фигня. Думаю, я в этом виноват. Возможно, я что-то накосячил. Собрал сборку не так или еще что-то. Ну, блин, но это не повод превращаться вот в это, в то, что сейчас было. Поэтому давайте по-быстренькому домой спать. И надеюсь, мне не приснится что-нибудь страшное. Вроде опять, что я в сумеречном лесу, и все страшно, все ужасно. И, пожалуйста, не надо так делать. Да, все, ничего не приснилось, нормально. Так, короче, давайте тогда сделаем таким образом. Сейчас я создам одну книжку. Создам одну книжку, где она? Фэм гайд, вот. Мы сделаем эту книжонку для того, чтобы закончить серию, да. Под конец серии сделаем что-нибудь полезное. Вот, значит, кость у меня есть. Так, что там нужно? Книга, вот у меня как раз книга есть. Первый раз за всю, за весь сезон, по-моему. Ой, ну да, правильно говорю. Паучий глаз и, блин, надеюсь, да, есть паучий глаз. Что там еще? Гнилая плоть. Все. Ну, плоти хоть завались. Все, шикарно, значит, делаем себе фэм гайд. Так, это сюда, это еще куда-нибудь. Сейчас мы положим куда-нибудь плоть. Может быть, даже правильно я все делаю. Ну, почти правильно. Так, ага, значит... Блин, порох. Ну как так? Порох-то еще нужен. А, спокойно, спокойно. Где порох? Порох, ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, вот он. Все, порох есть, замечательно. Давайте скрафтим себе эту книжку. Значит, порох. Вот эта штука. Точнее, гнилая плоть. Я помню, как она называется. Все, получаем фэм-гайд. Замечательно. И с помощью этой книжонки мы можем призывать себе помощников, да, что-то вроде того. Пока что я не могу никого открыть, потому что у меня нет уровней, но уже к следующей серии я поднафармлю уровень с кого-нибудь, и мы себе сделаем, да, не знаю, какого-нибудь полезного помощника, да, может быть, даже сделаем вот прям вот этого вот. Сейчас, как он там называется? Спайдер Джоки. Сколько он там стоит? 20 левелов. Он стоит очень дорого, но он очень полезный, да. То есть он будет стрелять, ну, всякими там стрелами, и с помощью него можно забираться по стенам, как паук. То есть подходишь к стене, нажимаешь Shift и ползешь наверх. Да. Все очень удобно, но думаю, на этом стоит закончить нашу серию. Мы посетили сумеречный лес, побывали в двух данжах. В одном меня
выкидывал из игры 5 раз, и это действительно очень грустно. Ну и в общем-то да. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, зовите друзей, оставляйте комментарии, а также не забудьте подписаться на канал. С вами был Лаймстоун и два шикарных охранника моего дома. Всем удачи!